Здравствуйте! Это Москва, современный, быстро развивающийся город, где можно найти все, что угодно вашей душе, и даже вечную молодость и красоту. А где? На выставке Prof Beauty Expo. На международной выставке Prof Beauty Expo 2023 представили новые технологии, оборудование и препараты для косметологии. Любой желающий мог на себе испытать действие новейших приборов. Подавляющее большинство на выставке составляли женщины, которые не преминули попробовать на себе косметологические технопроцедуры. Наибольшей популярностью пользовался LPG-массаж. У нас эта процедура называется вакуумно-роликовый массаж. Здесь идет воздействие вакуума и роликов, которые представлены в манипуле. Именно в данном аппарате, который вы проводили процедуру, у нас ролики крутятся во время движения, когда мы проводим по телу. Также оригинальные аппараты, манипулы, там ролики крутятся автоматически сами. Считается, что к аппаратной косметологии стоит прибегать лишь тем, у кого с кожей уже совсем все плохо. Птоз, дряблая кожа, глубокие морщины, потеря контуров лица и тела. Но на самом деле это далеко не так. Коррекция тела, улучшение состояния. Если у нас очень отечный клиент, есть, например, у него проблемы с лимфостазом, то есть когда у нас половина тела отекает, половина в нормальном состоянии, в первой стадии мы тоже можем проводить эту процедуру. Она будет очень эффективна, безопасна, только, опять же, по назначению врача. Также клиентам, которые часто видят у себя отечное лицо, либо они неправильно питаются и отекают на утро от любой еды, это будет процедура им очень хорошо помогать в лечении данной проблемы, с коррекцией данной проблемы. И тем, кто просто хочет подтянуть тело, у кого там дряблость появилась после похудения, тоже отлично будет помогать эта процедура. Всего выставку посетили более 1500 человек. Кроме оборудования для косметологических центров и клиник, медицинских и спа-центров, инъекционных препаратов, также были представлены привычные косметические средства для ежедневного применения. Как обычно, многолюдно было на мастер-классах и лекциях по использованию новейших аппаратов, которые проводили ведущие специалисты. Выставка Prof Beauty Expo показала нам, что современная аппаратная косметология подчиняется правилам 3B. Быстро, безболезненно, безопасно. А я бы добавила, безумно приятно, а значит, за этим будущее. Ведь это Москва.